Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами декорируем верхушку, которую обтягивали в прошлом видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной, приступим. Для сегодняшней работы нам, конечно же, понадобится обтянутая заготовка, ее мы делали с вами в прошлом видео. Для декора я буду использовать тесьму из последней закупки, кружева. Буду использовать камни, размер у меня S20, вот такие камни, также из последней закупки. Жемчужные полубусины каплевидные, 8 на 13 миллиметров размер. И жемчужную цепочку, она у меня 2 миллиметра. Работу начнем с того, что подклеим тесьму на переходе между границей. Причем вы видите, что серединку я не подклеила, так как здесь у нас будет идти тесьма. И клей я наношу на тесьму. И аккуратно укладываю. И продолжаю подклеивать. Также здесь серединку не подклеиваю. Намечаем иголкой серединку напротив задней стороны. И также определяемся с серединой по кружевам. И немного натягиваем. Располагаем их на игрушки, на заготовки. С одной стороны и с другой лишнее подрезаем. Я все подколола и теперь подклею кружева. Подклею я только верхнюю часть, так как нижняя будет закреплена, и здесь у нас будет декор, все закрепится. Опускаю чуть-чуть иголочки, чтобы они мне не мешали. И наношу клей. Я пользуюсь универсальным гель-клеем. И все аккуратно укладываю. Подклеиваю сначала вот эти выступающие места, а затем маленькие. Возможно, надо будет подрезать. Кружева у меня подклеены. Теперь все красиво укладываем, натягиваем и веревочкой перетягиваем. И завязываем, все хорошенечко подтягиваем и подклеиваем, можно вот прямо таким образом. Подклеиваем все по основанию и лишнее подрезаем. Обрезаем, оставляем небольшую юбочку, чтобы не у самого основания. И нам остается подклеить декор, также не на серединку, чуть-чуть отходя от нее. Наношу клей на тесьму, чтобы подклеить тесьму и наша юбочка, чтобы приклеилась, которую мы оставили. И подклеиваю все по основанию. Края кружева я задекорирую камнями. Беру универсальный клей. И точечно наношу клей. И подклеиваю стразы. На верхушке я также сделаю цветы из полубусин. Они у меня будут состоять из 5 лепестков, поэтому наношу клей. И пока клей еще свежий, сейчас расположу полубусины. Извините. И пока клей не застыл, можно все подправить, чтобы у нас все было ровно. И теперь украсим наши жемчужины жемчужной цепочкой. Наношу клей вокруг полубусин и аккуратно подклеиваю.
при этом следим, чтобы жемчужная цепочка смотрела вверх. И все края, конечно же, заклеиваем. Продолжаем работу. Я обработала 3 цветка передних, задние пока не трогаю, пока не подклею серединку. И решила вверх также украсить. Подклеила 3 жемчужины и вокруг стразовую цепочку, жемчужную цепочку, извините. И подклею еще несколько полубусин. Здесь уже по вашему желанию. Вот что у меня получилось. Здесь у меня будет еще один камень побольше, но прежде чем подклеить камень, я подклею тесьму. Обработала огнем, чтобы ничего не сыпалось. Наношу клей на тесьму. И посередине подклеиваю. Даю закрепиться и подклеиваю все до верхушки. Лицевая сторона у меня подклеена, затем я аккуратно подклею все вот эти торчащие усики, так скажем. И сейчас подклеиваю изнаночную сторону. Здесь уже, наверное, лучше наносить клей прямо на шов. И ровно все расположить. И подклеить. Задняя сторона у меня подклеена, и сейчас здесь надо аккуратненько все скрыть. Также наносим клей и все кружева, все подклеиваем. И даем закрепиться. И по низу верхушки я решила добавить еще один слой тесьмы. Еще один ряд тесьмы, извините. И все подклеиваю. Я подклеила еще несколько камней, и моя верхушка готова. Вы видите окончательный результат. Надеюсь, мое видео сегодня вам понравилось и было полезным, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.